И всем привет, мои дорогие друзья, с вами Хилдж, и добро пожаловать на новое видео на моем канале. По счету, это уже 98-е видео, а значит, скоро будет 100-е. Праздник из этого делать не будем, хотя я говорил, что для меня это большой повод, но не важно. Сегодня мы с вами поиграем в Among Us, и, пожалуй, я создам катку, что я сейчас и сделал. Включу публикацию и подождем, пожалуй. Вы видите, что я играю без читов, никакой панели нету, никаких разблокированных скинов нету, я не быстрый. И вот, что я хотел сказать по поводу видеороликов. Наверное, многие задаются вопросом, почему так редко, уже в последнее время не так часто снимаю. Дело все в том, что учеба, да, есть у меня учеба, и она иногда мешает. Но это не проблема. Я буду стараться ради вас, чтобы все было норм. И вот. Так, что могу еще сказать? Хочу сказать, что у нас с вами 15 подписчиков, это очень даже хорошо. Я бы хотел, чтобы не только настоящие, люди, которым нравится мой контент, подписывались, но и другие. Конечно, это звучит странно, что подписываться надо тем, кому не нравится мой контент, но я постоянно говорю, пишите свои предположения, а точнее догадки, что вы хотели бы видеть на моем видеоролике. Да, что ж, вот мы с вами уже дождались второго члена экипажа, ну и пожалуй все. Давайте я с вами, значит, переключу на тот момент, когда уже все собрались, чтобы время просто не тянуло. Итак, ребята, вот я с вами уже дождался 10, 7, уже 8 человек. Нажимаю на старт, и даже 9, и даже 10. Что ж, приступим. Выбрал карту я вторую, и предатель 1. Надеюсь, что это буду я, потому что, в принципе, да, yes, я предатель. Это очень хорошо. Давайте с вами обдумаем все. Так, нас тут 10. В принципе, эта карта хорошая сама по себе для убийства. Но, так, я уже сделал. Взрыв реактора, да. Увы, сейчас я никого, пожалуй, убить не смогу. Будем ждать удобного случая, так скажем. Итак, вот мы тут делаем вид, что мы типа чиним, мы очень хорошие, да. Нам нужен кто-то один. Но где бы нам его взять? Даже не знаю. Так, давай, я там вижу, кто-то что-то открыть могу, вот. Сейчас бы нам кого-то прихлопнуть тут. Вот, можем одного тут прихлопнуть. Давайте попробуем. Да, нас не должно. Давай, быстренько вентиляцию. Саморепостить я не вижу смысла, тут не выйдем. Так, посидим в люке. Он тут должен зарепостить. И да, надеюсь, на нас подозрения не будет. Так вот, пишем, где. Типа, мы не знаем, да. И кто? Пишет Рома. Да, действительно, кто же? Так, где? Что-то репостер немножечко... Да, может, просто долго набирает, желтый предатель. А почему? В смысле, почему просто так, без никакой причины? Я ведь вроде не спалился. Давайте напишем ему доказательства, чтобы он нам дал. Кто-то... Серьезно? Они голосуют за меня, вы издеваетесь. А как же бесят вот эти, извините меня за выражение, тупые люди, которые просто, если кто-то сказал, то сразу же ведутся. Давайте что-то против него. Да все равно я проиграю, я тут уже понял. А может мне и фартанет, не знаю. Ну посмотрим, короче. Как же бесит. Просто без доказательств, без никаких усечек, просто берут и говорят. Ай-яй-яй. Странно это, конечно. Напишем, пожалуй. Он успел. Ну да, естественно. Я, в принципе, не ожидал ничего от этой игры. На предателе оказалось ясно, понятно, поражение. Угу. Что ж, у нас тут сейчас будет небольшая рекламка, но вы ее даже не заметите. Так. Кто тут у нас еще есть? Поражение, так. Один я, что ли, остался?
Или что? А что ж, ребята, давайте делаем, что и в первом раунде. Я переключу до того момента, пока нас не соберется. Что ж, ребята, а вот я дождался уже нас определенного количества. Не 10, конечно, но минус 2 тоже нормально. Итак, что ж, надеюсь, мы будем предателями, хотя во второй раз это сомнительно. Капец, я просто... Офигеть, я второй раз предатель. Что за... Не понял. Это что за фортуна такая? Капец вообще. Так, нам не нужно политься. В принципе, это сыграет нам только на руку, поскольку, типа, ну мы в прошлый раз все-таки были предателями. В этот раз так они не должны нас спалить, так скажем. Да, ну Робзи, он не предатель, это, ну, мы знаем это из-за того, что я предатель, а во-вторых, он сканируется. А на него подозрений нет, и убивать его, я думаю, нет смысла, хотя нет, есть. А, идем сюда, может в люк как-то попытаемся, но хотя это слишком рискованно. Тут никого нету, а жаль, хотел убить. Ну тогда идем обратно. А, итак, я сделал, покажет там утечки кислорода, да, или что это, да. А мы тут типа ничего делать не будем, просто тут ждем других. Нам пришли 2, даже 3, даже 4. А я тут просто ради украшения сижу. Стою точнее. Так, ну что ж, пойдем отсюда, тогда они там сами справятся. А второй никто не чинит. Мы типа идем чинить, да. А за мной идет этот. Ну я сюда пойду. А, пожалуй, вентиляцию за... Хотя не-не-не, давайте сюда лучше. Так безопаснее будет, да. Так, надеюсь, тут никого нету. А, или хотя бы один, чтобы был. Никого. А, тоже никого. Так, что ж, давайте делать вид, что мы... А, ну ладно, пофиг. А, посмотримся тут, если тут кто-то есть вообще. Интересно, где все. Вот один. Это хороший способ его убить, давайте. Быстренько сваливаем сейчас. И сюда обратно. Нет, тоже. Давайте тут лучше. Тут есть 2. 2, а тут вообще рискованно. А не, все-таки тут нужно выйти, я думаю, считаю. Так. А тут у нас черный. Надеюсь, он нас не увидел. Или увидел. Хотя нет, он, в принципе, задание выполняет. Он мог и не заметить, как мы якобы прошли сюда. Да. Что ж, мы типа тоже задание выполняем, и, пожалуй, я его убью. Хотя я вижу, там Робзи ломится в дверь, так что это, так скажем, не вариант. Итак, давайте сюда войдем. Блин, мне бы вот этого черного убить, потому что есть риск, что он меня заметил, как бы. Давайте тут типа заданники выполнять будем, да? Тут он немножечко лагает. Убить я пока что его не могу. Даже если Робзи уйдет, у меня все подозрения будут. А, и красный нажал кнопку, ясно. Что ж, пишем, где, кто, зачем, и все. Не понял. Ребята, это не я, если что. Я сам не знаю, что произошло. Может, тут какой-то читак. Но хз. Так. А, делаем вид, что выполняем задание тут. Нам это в пользу. И, тем более, нам это не повредит. И тут коричневый, красный бежит. Так, кого бы мне убить? Желательно, давайте посмотрим сначала тут, кто есть. Ну, точнее, где кто. Так, один в террарии, в теплице, как у террарии. А, и вот он. Но я думаю, бежать мы не успеем. Что ж, ладно. Хотя давайте его убьем и быстренько вентиляцию вот тут. Он нам сыграл на руку, это очень хорошо. Да. Предлагаю выйти здесь. Так, блин. У нас еще даже 18 секунд и даже не идут. Давайте тут выйдем. Подозрения вызывать мы, я думаю, не сможем. Даже не будем. Итак. Кто-то... Ну, нашли, короче. Ну, на нас подозрения вроде нету. Так, где пишем? Давайте, где? ХЗ пишет. А, в смысле ХЗ? Это красный. Ну почему же красный? Давайте спросим. Типа, ну, делаем вид, что мы очень
так скажем, прозаичные, мы вообще не выдаемся, да, почему бежим. Красного же, я так понял, за черного проголосовал. Так, если не он, то черный. Ну, во-первых, много ошибок, а во-вторых, окей, согласен. Окей, все равно. А это не мы. Нам остается, тем более, всего одного человека убить, и мы победили. Итак, профессионал не... Твою... Что ж, ребята, нас кикнуло. Очень печально. Ну что ж, ладно. Всем удачи.